Федерича. А знаете, какой праздник? 11 числа получится. На Ставрополе окончено расследование уголовного дела о хищении автомобилей группой лиц. В совершении преступления обвиняются двое жителей Апанасенковского района. Противоправная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками уголовного розыска. Полицейские установили, что мужчины разработали схему для совершения хищения транспортных средств отечественного производства. Они заранее присматривали в Ставрополе модели автомобилей по цвету и году выпуска, подходящие под имеющиеся у них приобретенные документы. Заблаговременно они скупали стекла, государственные регистрационные знаки и части кузова. Затем участники группы похищали автомобили. Транспорт с измененными номерными знаками и новыми стеклами злоумышленники перегоняли в арендованный гараж, где механическим способом изменяли комплектацию узлов и агрегатов для последующей легализации и продажи, либо сдавали на авторазбор. Сотрудники полиции краевого главка задержали одного из участников группы в Ставрополе, второго в селе Дивном. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием установлена причастность фигурантов к совершению 6 хищений транспортных средств в краевом центре. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За что задержан? За угон автомобиля. А сейчас что делал в гараже, когда эти сотрудники полиции задержали? Срезал ВИН. Зачем срезал? Скрыть следы преступления своего? Да, наверное, так будет правильно.